Хайоу, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Nordic Ages. Так, ну чё, пора пройти, блин, этот уровень. Ну кого, мага взять? Там дальник, в принципе, подойдет куда лучше, чем ближник. Тем более, я вообще без понятия, что там умеет этот главный босс. А ты? Нет. Возьмем Хафгрима. Так, есть что прыг? Нет, ноль. Все. Продолжить и Нифльхейм. И его надо пройти с какими-то ледяными сердцами. Имея полных ледяных сердец один. Ледяные это синие или что это? Сложный. Синие сердца это что? Ну, может быть ледяное. Так, где у нас этот алтарь? Вон он. К нему сразу. Ну, во-первых, сразу левел качаем. Посох наш. Перезарядка, область. Кинем. Давай-ка урон. Урон, область. Опять область. Кинем. Наряды, хорошо. Убивай. Давай, раз, опыт, два, три. Больше снарядов есть, погнали. Давай, давай, ломай. Как-то ХП увеличивать. Так, и чтобы они сразу разделялись на три. На три, на несколько. Это что, это опыт соберет? Блин, чуть не вдарился уже. Элитка, да? Уже элитка идет. Вон он, да-да-да. Это, блин, противный гнус. Со своими этими сосулями. Писюлями. О! Давай, херач в него. Качаем дальше. Урон, область. Перезарядка, снаряды. Урон, область. Все. Накачался. Это отхилится. Сейчас пока не нужно. Мне надо его вынести, блин! Выноси, все, молодец, качай. Снаряды, перезарядка, супер. Теперь тупо в урон, как можно больше урона, урона, урона и урона. Еще элитка, и ветер пошел. Ну да, я тут никак не прошел бы. Он, меня заморозился как раз, когда он начал свою комбу мне прописывать. Халява, где халява у нас? Монетку собрать. Блин, ну там опять этот с шипами фигня. Она всегда на магии попадается. Вот какого хера? Ну, по-моему, штука-то полезная тоже надо брать. А, он же телепортируется, господи. Все хорошо. Морской чё? Не понял, что это было. Добавляет пустой контейнер с красным сердцем. Ой, это классно. Это-то мне и надо. Ну вот можно идти хилку брать теперь снова. Так. Ты что сделал сейчас? Кухан я нажал, это что произошло? Ничего не произошло. Я не знаю, что они дают. Прочитать негде, блин. Дебилизм. Алтарь усиления, который что-то да усилит. А вон халява лежит. Вот, а что он усилит, только сам алтарь знает, сами разработчики. Быстрее, выноси. Все. Так, качаем. Урон снаряды. Супер, урон области. Да тоже, в принципе, супер. Снаряда было бы покруче, конечно, но и так сойдет. Все, 60 урона, классно. Так, пошли подеремся. Давайте сначала все же халяву заберем.
Вероятность эффекта... Плюс 20. Перезарядка минус 10. Ничего страшного. Потом золото. Потом. 25 есть. Пока этого достаточно. Уже 27. О, 50 врагов тут убить. Давай. Так. Что мне нравится здесь больше всего? Больше всего мне нравится вот эта сфера грома. Ее и раскачиваем. Перезарядка. Урон. Хорошо. Она будет фигачить, дай боже. Блин, я думал, это элитные идут, а они не элитные. Обычные. Просто здоровые. Там вон что-то... Ящики надо собрать. Давай. Давай! Не дается. Меня не пускают. Так, а у тебя опыта нету? Да есть, конечно. Давай-ка... Раз тебе его за максим. Первый босс жесткий будет здесь, насколько я помню. Еще три штуки. Две. Одна. И еще хп. Где он? Да вон птица летает. Все. Хорошо. А, вон еще одна успела появиться. Так, пошли дальше биться за артефакты. А вон надо время придержаться и убивать. Да ну блин. Ветра, ветра, бесят. Так, я иду там, где время, да, по-моему? Элитные. Да. Урон плюс 20. Он также уменьшает случайный показатель. Но, наверное, ничего страшного. Урона побольше будет. Но уменьшит он там чуть-чуть. Ой, блин, как так-то? Что ты, блин, засмотрелся. Да убей ты его. О. Так, ну пойдемте. Походу, это криты, да? Возьмем криты. И на следующую. Сейчас уже вот-вот босс будет. Но я обязательно тут должен еще к шахте сбегать. Это мы заберем. И то вон там мы заберем. Так, пора что-то качать. Ну, опыт давай. Раз, два, три, четыре. И гром. Больше урона. Морозился. И чё в итоге я... Вот, да? Давай. 100 душ. За подпальные враги имеют шанс пустить огненный шар ближайшего врага. Хорошо. Пошла уже. Босиха. Мне надо успеть убить, еще и золото забрать. Блин, ну она сейчас изнасилует, конечно. Еще врагов надо убивать. Нахер от нее подальше, подальше, подальше. Теперь поближе. Все, забрал. Бегом к золоту. Заодно и посмотреть, что вот тут. Это у нас... Увеличить дальность, давай. За 3R. Дальность притягивания опыта. Вещь хороша. Но, блин, все-таки замерз. Потом просто выносим эту корову, да? Делов-то. Золото соберу. Пилки мне уже не нужны. Ну, тут золото можно взять. Его и тут нету. 12 максимум. Ну чё, тварь? О, тварь, а? Как насчет землю жрать? Блин! Ай, цепануло, все же, да задолбало! Тупая коровятня! Да блин!
Нахер, все мне все синие сердца сломало. Выжить бы с ней вообще тогда уж. Там еще хилочка есть. Вот еще. И вот еще. Она не замерзает, блин. Убить. Все, убить. Давай, стоим тут. Убивай. Вынес? Нет, не вынес. Вынес. Молодец. Респ остался у меня. Так. Так. 67 монет. Арбалет. Это нормально. В разные стороны. Хотя мне у него он не понравился. Ненормально. Будем менять. Корона. Вызывает с неба метеоры, которые сжигают. Давай. Левел 5. Можно ее покачать будет. Плюс 50 область. Руна. Ходи плохо. Расходный материал. Для меня-то это вообще шикарно. И для метеоров это шикарно. Скорость передвижения. Еле-еле передвигаешься. Давай, все, забирай. И меняем. Снаряды плюс один для грома. И сюда снаряды, давай. Сюда пока. Иначе сейчас мы где-нибудь там просто всосем. Еще перезарядка. Но у меня вообще моментальная перезарядка будет. Крит вероятность. Давай-ка перезарядку. Мы просто замаксили. Посох стреляет лазерами в случайном направлении. Блин, я такое не видел. А вон зеленое сердце, блин. Все. 20 прокачек. Чё прокачать? Опыт мы замаксили. Хорошо. Ульту один раз. Корона. 2 метеора. Урон. Посмотрите, как они сначала выглядят. Сюда можно еще и применить камень. После падения основного метеорита вокруг него падают 3 меньших. Ну, я, наверное, буду гром. Создает вокруг себя электрическое поле, наносящее урон. Да. Или пол. Ну, лучше электрическое поле. Мне прям нравится. И максимум молнию. Урон перезарядка. Урон снаряды. Урон перезарядка. Урон перезарядка снаряды. Урон снаряды. Урон перезарядка. Отскоки. Хоть раз отскоки надо, да, в натуре. Пусть один отскок хоть будет. Урона смотрите сколько будет. Все, чуть-чуть не хватает. Ну, поехали. Дальше. Так, 5 золота. 0 урон за каждое золото, которым вы владеете. Это тут за золото, да, будет урон даваться. В принципе, его тоже можно взять. Золото постепенно набирается. Так, сначала пошли в замесы, которые полегче. Ну, вон эти метеоры. Не знаю, если будет лишний опыт, можно было бы прокачать. По крайней мере, лучше, чем ульта, наверное. Когда элитка? Уже скоро элитка сейчас будет. Не понимаю, как иногда от них уклоняться. Иногда срабатывает, иногда не срабатывает. Четыре уровня, еще один. И 100 врагов еще, блин. Элитный где-то, я слышал. Вон он идет с той стороны. Замерз, что ли? Ты замерз, что ли? А их два. Так, ТП меня сейчас спасло. Все, собрали. Элитных-то убить? Элитных-то убить? А, отлично, обоих вынес. Ну возьми ты сундук-то. Да, можно снаряды сюда. Нет, сфера грома, перезарядку. Вот так, все. 2 отскока. Галдишка. Пилки. Критульки, наверное. Теперь можно и здесь подраться. Сразу, да, раз мимо проходим. Элитный, не вижу. А, вон он летает. Говню. Убить. Убил. Понятно, их там еще много будет. Так,
Может ультануть? Бестолковой ультой? Убить эту стрекозябру. Вынесли. Что-то тут как-то элитных-то дофигища. Так, а что мне еще можно улучшить сейчас? Можно сосулины сделать, да? И либо вот сюда, что это? Парализованные враги получают больше урона. А молния что, парализует, что ли? Вот, 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 да, вот это, по-моему. 9 урон ледяных электрических реликвий. Огненных, ледяных и электрических. Но не этого посоха. Пять урон всех, давай всех. На этот раз возьмем всех. Все, что ли? Нет уровней? Ну да. Закончились. И как быстро они все отлетели сейчас. Так, один где-то. Вон он входит. Все, забрал. Это еще одна реликвия, которую можно улучшать. Сфера грома урон. Да, давай. Она сейчас основной дамагер будет. 5 уровней надо, чтобы забрать ту штуку. Где урон зависит от золота. Ой, можно забирать. Ну и сколько ты будешь давать? Жадность. 37 урона. Процентов. А, сколько золота, столько и процентов. 38. Да это ж неплохо. Шары по 118 фигачат. Ну и эту еще раз забрать, почему нет? Так, еще вон там надо подраться. Еще монетки. Давай, давай, давай. Все в копилку. 35 секунд. Факел. Обожженные враги получают дополнительный урон. Не обжигать нечем. О, бабка. Даже стрельнуть не успела. Так, но зато вторая успела. Ну да, магам намного проще тут, чем миликам каким-то. Ой, хилочка. Да пусть он мораживает. А, ну вот, сейчас получилось. Не попасться. О, вот это можно использовать. Можно было, конечно, босса дождаться, но да ладно. Бабку даже не заметил. Я замечаю только золото. Там вон еще бабка. Ой, блин, еще куча золота. На 64% повысили урон. Но вот бабка это меня и цепанула. Издали фигачат дерьмом своим. Сколько там шары? По 152 уже долго. Так. Хорош, еще есть большое зелье. На 72 урон повышен. Это можно и золото сейчас не тратить будет. Не помню, что ты умеешь. Так. Он, по-моему, слабый. Вот он эти создает, а дальше... А, он тут тупить начинает, да, время от времени. Взмывает воздух и тупит. Все. Эй! Иннокентий, блин. Отлетел. Быстренько. 80, на 80% повышен урон. Ой, вот это хорошее.
Два полных контейнера с красными сердцами. Это очень хорошая штука. Поэтому мы ее заберем. А что там за маска? Магическая руна, которая вращается вокруг вас и бросает молнии. Призвать плюс один. Руна призвать. Не, я не призываю. Скорость перемещения. Уже не поможет. Берем вот эту и уходим. Мне же надо вообще пройти с этой. Так, 24 раза что-то можно улучшить. Так, ну вот нужны ли эти? На молнию, да, вот эту сделаем. На молнию, да. Так, давай-ка дальше. Область. Область, это что? Длительность статуса. А, ну вот тут тоже можно парализованные враги. Скорость снаряда, длительность. Понеслась, а! 55 денег. Правую элитку услышал. Вот он. Эй. Ай, ну как? Ну как же ты меня цепляешь, кретин? Минус половина синенького сердца. Так, значит, я их не особо-то сейчас и пробиваю, да? Криты заберем. Либо их много так. Денег собирать надо. Чтоб просто станчить это. Но оно мне ничего не вылечит. Но я все равно сюда возвращаться не собираюсь. Там он куча денег как раз. Ну ё-моё, вы задолбали! Где ты есть, бабка? Еще минус одно сердце. Подо мной прям сделала, потому что мне не видно было за этой. Прям подо мной сделала. Что? Бабка, вынести сразу. За ультой-то не видно, что там подо мной. Капец. Когда ульта сыграла в минус. Я сразу сказал, она бесполезная, это ультимейт этот. Так, а я походу могу два синих сердца, да, себе сделать магом. Ну-ка надо хилочку взять. Там он монета еще монета. Еще монета. И хилочка. Не, не могу. Блин, а, тварь! Не увидел я ее на карте. Так, вот это. Длительность статуса. Да больше, в принципе, ничего не надо. Давайте метеоры, наверное. Мне падают молнии, которые наносят урон и могут парализовать. О. Пожалуйста, еще молнии. Одни бабки меня коцают. Притягивание предметов. Да, нафиг, область больше. Крит вероятность давай. Одно синее сердце остается. Вот, то есть, получается, последнего босса мне надо вообще пройти без получения урона. Либо можно чуть-чуть ей хп оставить, сдохнуть и воскреснуть с синими сердцами. Да, наверное, так и надо будет поступить. То как мне специально будет сдохнуть? 94 денег. Да вообще бы пройти ее хотя бы. А все, больше я не могу собирать. 99 максимум у меня. Если бы я знал. Я никогда столько не собирал. А куда потратить? Есть куда? Да, вон туда. Там могут быть за монеты. Да сдохни ты. Убить его, падлу эту. Все, опыт забрал. Вон там можно потратить, возможно. Я не думал, что сейчас мне столько нападает денег. А тут все мер надо. 5 урон от ожога, урон от яда. Ну, на меня не надо.
Элитный. Умер. 13R. Так. Так и быть. Ульту. Увеличит урон и перезарядку сейчас. Я что, случайно картину применил, а не эту? Блин, а? Сколько? 10 надо же. Урон перезаряд. Кто вдарил? А, вон он внизу, блин. Сердце сломал половинку. Срочно взять хилку! Перезарядка книжки. Урон книжки. А, нет, я же молнии качал. На кой черт мне эту? Давайте лучше вот этого, да? Вероятность эффекта, ну вот не очень. А вот это, наверное, очень, давай. А урон можно, пожалуйста? Урон, пожалуйста. Да урон, пожалуйста. Да урон, пожалуйста. Урон, пожалуйста. Ух. Теперь 5R собрать, я уже не соберу. Потому что, босс! Скорость перемещения поможет. Чуть-чуть сейчас потратимся. Скорость атаки. Еще перезарядка уже, наверное, не поможет. Я тут, конечно, могу сейчас забафаться себя. О, еще скорость перемещения. Еще 10%. Вот побыстрее хоть бегать стал. Пойдем на босса. 3R. Я больше не наберу, да? Чтобы замаксить мне этот. Должен я справляться. Я как ни крути, должен справляться. Мать и Йорд. Вспомни, что она умеет. Я помню, она умеет очень неплохо так замораживать. Вот этими. Так, минус сердца. Ну, по хп я ее уже сломал практически. Мне надо, чтобы она меня убила потом. Надо ей будет оставить пол это. Да пусть бьет. Бей, бей, бей. Не, рано, наверное. Вот сейчас совсем не рано, убивай меня. Есть, убила. Хорош, хорош, хорош. Восставай и добивай ее. Все. Синее сердце есть. Разблокировал? Завоюйте три королевства. Чернокнижник открылся. А, это облик. Ложный. Нормальный выше. Нет, это не ледяное сердце. Как там написано? Имея полных ледяных сердец. Один. Что за ледяные сердца? У меня просто таких нету. Зеленые и синие. Есть такая бабка. А ты такой, да? О, так тебе лучше. Так, что у нас там открылось дальше? Осталось-то два. Муспельхейм и Асгард. И все. Нету нифига никаких ледяных сердец. Чё, на воскрешение накопил? Еще одно. Нет, но накоплю. Это надо что-то сейчас пробежаться быстренько. За кого-нибудь. Нет, ну этот хорош. Может тебя, Ханси, опять попробуем? А? Или не будем? Продолжить и на какой-нибудь вот не на Нифхейм. Вот Йотунхейм.
Здесь, ну, вот этот эксперт не проходили. Пошли. Так, я понял, давай. Урон, перезарядка. Крит, вероятность. Убивай. Так, сразу есть уровень. А, не могу пока. Теперь давай. Волна кинжалов, да, еще больше. Из теней тоже будем брать, потому что это основной наш дамажащий скилл. Остальные, наверное, можно даже и не трогать. Это элитка, которая, по-моему, ничего не умеет. Ну-ка. Крит вероятность, ты что за фигня? Ну, урон главное. Блин, а количество-то можно поднять как-нибудь? Блин, с этой стороны не видно, близко он, далеко от меня. Он меня перекрывает просто, и все. Так, давайте-ка перерол. Перезарядка, снаряды. Перерол. Перезарядка, снаряды. Добивай его, а? Все. А, тут еще, блин, один. Ну вот его даже не видно за ним. Он настолько огромный, этот тип. Эту открыл. Черт, а ничего, что элитка еще идет. Урон, перезарядка. Последний левел. Этот дохнуть собирается, голем? У него даже хп, он дольше элитки жил. Так. Притягивание опыта, нормально. Крит вероятность, ему же, ему криты-то и нужны. Ну чё ты его не взорвал-то? Ну ты умирать собрался или чё? Блин, какие они загромные, а? Прям аж бесят. На пол экрана. И опять этот голем дебильный. Давай на максимум. 50 урона. Все, хоть с одной тычки будешь убивать кого-то. Тупо вот этого убить не могу. Он идет и идет, ему плевать на все. Область, скорость атаки, притягивание. Область давай. Так, золото забрать и идти на следующие эти. Да, совы просто дебильные. Капец. А тут что? Тут я начинаю замерзать, да? Да, я начинаю тут замерзать. А, это тот самый жердяй. Нет смысла его пинать. О. Отвлечение. Да что-то как-то ты слабовато тут, дядь, даже здесь не справляешься. Это ж легкая. А, все, разморозились. Этот прыгать умеет. Как теперь от него убегать? Цепанул. Или нет? Снаряды, конечно. Все на снаряды. Куда кретин делся элитный? Сдох, что ли? Так. А, ты уже максимум, да? Перезарядка быстрее. Персонаж же запускает себя в сторону врагов. Вот мне это не понравилось, мне и арбалет не понравился тогда, да? 50% критического шанса, который у вас выше 100%, превращается в урон. Получаете крит урон плюс 50%. Все ваши не критические. Тут пока надо подождать. Ульту забираем. И к арбалетам. Урон. Наряды, длительность. Ну вот они появились. Вообще их не видно.
еще снаряды. Вообще так-то мне не нужен был арбалет, наверное. Качал бы я только вот эту, и мне бы хватило, да? Одними кинжалами. Зато мне все сундучки бы выпадали тупо на кинжалы. Двигаем. Урон. Криты по 96 это очень мало. Вон их сколько идет этих. Супер быстрых големов. Давай-ка создавай. Да, ульту надо качать. Но, блин, сначала арбалет. Наряды давай. Не надо вот этого. Это можно. Ну вот какие у мага сейчас были полезные предметы и какие бесполезные... О, один пустой контейнер с сердцем. Хотел сказать, какие бесполезные вот у него. Ну вот дали хоть что-то полезное. Урон дальше. У меня бы больше снарядов. Р. Огненные шары, которые наносят урон, могут сжечь пораженных врагов. Берем. Да, и они насквозь не летят. Дебилизм. А либо там должно быть пробитие, такой пунктик, чтобы его прокачать. Либо тогда я не знаю, дерьмо. Ну, конечно, я не успел отбежать. Куда я там должен был отбегать? Все? Как сундук забрать теперь? Забрал. Сейчас надо ультовать быстро. Наряды. Прикольно, что они на них отвлекаются. Ну я ничего с ними не сделаю. Их слишком много, и они слишком жирные. А куда мне бежать? Там вон еще одна... Ой, ой, я забыл про вот эти души. Это, по-моему, первое. Они шанс как раз увеличивают крита. Факел за 5 золотых. Урон от ожога. Не знаю, нужен он мне, но я ожоги не делаю. Наверное, не нужен. Чё за... А? Я босс. Так, 10 уровней есть. Область и длительность. Длительность меня устраивает, область не очень. Нафиг. Перезарядка и длительность. Устраивает. Область и длительность не устраивает. Урон, перезарядка. 25 секунд вообще будет перезаряжаться. За счет ульты-то я и буду вытаскивать, наверное, катку эту. Держится 10 секунд. 25 секунд перезарядки. Чё ты умеешь? Нифига ты умеешь. Еще раз так будешь делать? Давай-ка мы тебя ультанем сейчас. Ну и капец, она как раз убежала в это время. Ах ты тварь! Я же сейчас сдохну. А че у меня хп-то нет? А потому что они тут дамажат-то. Они же здесь дамажат по два сердца. Че это она делает? Да иди ты нахер! Бери криты. Пол сердца тебе не поможет. Надо еще искать хилки. Пол сердца нас вообще не спасут ни разу. Все, подобралась как можно ближе, мразь. А там он надо на время еще ждать. Я вообще пропустил ее. Надо убить. Пусть там отвлекается пока. Попробуем добежать. Артефакт дождаться. Блин, нифига тут врагов так-то, нихера. Я чуть не огреб сейчас. Вероятность эффекта какой-то. Да отвали! Наступило. Два сердца это жестко. Ой, зато все время почти прошло. Мразота, а?
Скорости бега не хватает. Она меня тупо догоняет. Урон возьми. Ай! Нет, я вроде не попал. Она сдохла просто. Так, давай. 25 секунд перезарядка, длительность 7 секунд. Не 10. Но все равно норм. Перезарядка быстрее, урон больше, да? Вот это все надо сейчас будет... Ну, сначала, наверное, вот. Перезарядка. Снаряды можно? Наверное, нет. Так, естественно, мы качаем вот этот. Из теней, чтобы они вылазили. Увеличит наносимый вами урон каждый раз, когда вы получаете урон от любого источника. Ну, в принципе, неплохо это так-то в начале взять. Относительно в начале. Камень. 5 урона. Там на 2,5% будет повышать. Уменьшает 15% действия за каждое зеленое сердце. Не будет их у меня. О, вообще легендарное улучшение. Давайте-ка. Ни разу такое, по-моему, не брал. И все на мои кинжалы. Прекрасно. Че, шанс крит вероятность? Длительность, это дальше они будут лететь. Тоже можно. Но, блин, шанс крита чуть ли не в два раза повышается. Шанс крита, и тут надо будет брать... Который у вас выше 100% превращается в урон. Да чё, 22% это чё? Вот это ваши некритические атаки минус 50%. Но крит урон больше. Вот ее и надо. Вот это берем. Еще меньше скорость перемещения, да? Надо что-то на скорость перемещения. Дай-ка что-нибудь на скорость перемещения. Ничего не дал, спасибо. Вероятность эффекта, вероятность эффекта. Хлеб, это здоровье, давай. Ну, какого эффекта? У меня нет никаких эффектов. Давай тебя, что ли. И тебя. Арбалет, урон плюс 3. Ладно, хоть что-то. Гоу дальше. R за одно голубое сердце, 25% урона, пока у вас есть хотя бы один контейнер с синим сердцем. Плюс. Неплохо, да, но где мне их брать-то? Так, мне кажется, вон на той меня вынесут. Там, где с разных миров будут. А пока что можно вот эту. Создает несколько кинжалов, которые вращаются сами по себе, нанося урон врагам, наступивших на них. Ну, ты пусть будут. А что-то из теней не появляется? А я сделал вообще? Да сделал. А я не вижу, чтобы они... А, не, появляются, но плохо пока. Пока слабовато. Криты усиливать. Почти каждый удар крит. Тут куча золота валяется. Так, и вот эту забрать. Элитные. Трое сразу. Сову выщелкать сразу. Он своими перьями тут не фигачило. Выщелки, выщелки, все. Давай. Кинжал, конечно, кинжал. Все на кинжал. Ничего, кроме кинжала, мне не надо. Утуем. А им пофиг, они не обращают внимания. Ай, зажимают! Один сдох. Длительность. Нет, он не... Блин, я застрял. Так, только вот этот кинжал, который появился. Давай-ка лучше арбалет. Пока что арбалет. Я уже вот тут даже не выношу их. Стоп. Три надо, три. Еще уровень. Я забыл уже, что это? А, голубое сердце, 25% урона. Давай-ка пока тебя заберем. Она 5 стоит. Иди нафиг, блин, вот.
О, по 162. Другое дело. Так, вон там еще эта штукенция для критов. Я ее взял? Я ее взял. Нет, вот на. Да, теперь взял. Так, вон урон можно сходить забрать. То они меня что-то подзажали как-то. Так, вот еще для критов. Что это было? А, я замерзаю опять. Нужно у костра постоять. О, погнали на испытание. Ультанул там уже. Давай, давай, давай. Продолжительность уменьшают спринта. Ультуем. Эту сразу выщелкали. Так, ну чё? Урон, длительность. Снаряды-то дай. Вот, идеально. Урон, снаряды. Пять? Пять. Хорош! И просто урон качать. Дай, дай на кинжал. Во. Длительность. Давай, давай, увеличиваем. Пусть дальше разлетаются. Кто? А, блин, ты что ли? Я не знаю, кто. Я на мини-карту смотрел. Даже и не видел, кто-то меня вжарил. Ну, скорее всего, обычно врезался в кого-то. По стандарту. Вот. Урон, это область. Да, область тоже надо. Все вот это надо мне сейчас прокачать. Все эти пассивки. Урон плюс 5. Арбалет. Надо было, наверное, перезарядку. Еще один где? Там вот за элитным идет. Все. Так, там наша эта лежит. И там еще вон одна. Раз, две даже уже. Два. Максимум как раз 5. Эй! Скорость снаряда. Так, область. Не получается замаксить. Ой, опасные черти. Блин, ну конечно. Сразу с меня сбили спесь. Все, умер. Умер этот дядька. Да вот у меня 5 сейчас летает. Сейчас, наверное, больше 100% крит. Надо было брать другую, да? 5R на тебя. Пока есть синее сердце. Хочу. Синее сердце есть. Но воскрешалку я потратил. Но я сейчас поаккуратней. Мастер Снер. Ей-богу, я не знаю, что ты умеешь, не помню. Дед что-то делает, да? Колдует, что-то стоит. А, вон колдует. Вокруг себя? А-а. Еще что умеешь? Нормально ему так по 200 урона залетает. Ой, нифига она какая. Не ждал. Хилку-то забрал? Аккуратно. Херач его, херач. Че это он? Вторую стадию начал, говорит. Начал вторую стадию? А, падла. Зачем я его отбросил?
Я только себе хуже сделал. Ай! Надо от них так уворачиваться. Он меня убьет сейчас, все. Да ну нафиг! Никуда этот герой не годится, я не знаю. Не судьба мне им где-то выиграть. Дерьмо. Нигде он не справляется. И чё, и этих я не насобирал листьев, да? Потому что сейчас я ничего не... А, насобирал. 25. Вот, теперь 2 воскрешения будет. Хорошо. Все, ребята, продолжим мы дальше уже в следующей серии. Ну а если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока. Пока.